Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Мы с Сашей, и не только с Сашей, а тут с остальной родней, ходим гулять вдоль океана. Саша у нас на таком... Как это? Самокатик? Скутер. По-русски самокат. Самокат. Ну и... А что, ты ножками не можешь? Так ты... Ну, мне скутером больше нравится. Нет, Саша, если ты говоришь, ты говори сюда, в камеру. Так что говоришь со скутером? Мне скутер очень нравится. Ну, хорошо. А так, а ты только вот когда на выходных, а или дома тоже можешь? Дома? Ну, дома иногда. Мы что, вниз идем по горке? А ты чувствуешь, да, так у тебя? Чувствую, меня тянет. Ну, немножко, может быть, чуть-чуть, может быть, вниз. Тут да, дорога не очень... чуть-чуть, медленно-медленно не тянет. Очень ровная. Оп. Ой, ты боже мой, смотри, какая. Собачки. Поехала. Golden Retriever и? Golden Retriever и, не знаю, вторая. Угу. И... Ну, это хорошие собачки. Да. I'm on your right. You did it. Cool. Что? Это женщина, она тебе говорит, I'm on your right. А ты не услышал, да? Ну, да. Она сказала, you did it. Не знаю. Это она потом уже сказала. А, да, я тоже иногда говорю on your right, когда да, ты что, сейчас как раз сейчас справа кто-то и есть. Отходи. Да. Ну что же, как происходит общение с твоей сестрой? О чем вы общаетесь? Ну, она ей нравится. Ой. Какие собачки, видела? Нет, маленькие такие, хорошие собачки. У меня есть вопрос. Да. Если это океан, то тогда где river, который открывается в ocean? Вон там, что ли? Не понял, а почему должна быть река обязательно? Потому что если нет реки, то тогда это lake, а не ocean. Ничего себе. А бывает и озеро, а тоже с рекой. Ну, то тогда поменьше. Но я не знаю. Нет. Тут... Ну, безусловно, в океан впадает очень много рек. Ну да, ну где? Я их не вижу. Вон там, что ли? Там, где две маунтины. Ты знаешь что? Ходят. Больших рек, больших, у нас тут нету. Но есть большая река Columbia River, которая на Может, границе. Может, мы поменяемся местами? Давай. Есть большая река Columbia River. И есть очень много маленьких, но... Мировой океан, он такой большой, что в него впадает очень много громадных рек. Например, река Амазонка впадает, она в Бразилии. Но она все равно впадает в этот же самый мировой океан. Правда же? Да. А что это за песня про Амазонку? А я думаю, что про Амазонку есть много песен. Ну, та, которая как... На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Да? Этот? Да. Это да. Кто придумал? Ну, я это слышал. Вот такие были Никитины. Сергей и Татьяна Никитины, они пели. И когда твоя мама была маленькая, вот мы все вместе распевали. Эти люди, а почему они там сидят? Они могут Где? Упасть. Вот. Они могут упасть, конечно, но они почему-то считают, что они не упадут. Боже мой. Что такое? Мне не нравится. Ну да, они почти без ничего там сидят. У них все наружу, да? Да. А это церковь или мувики это? Это церковь. Церковь? Это церковь. Хотя кино в ней тоже можно показать, конечно. Да? Но вообще это церковь, да. Вот. Это церковь, видишь? Это какой? Christian? Это Christian. Это Lutheran. Christian Church? Yeah. Да. Это лютеранская. Ой, смотри, мне это так нравится, у меня такая голова. Ой, это такая вот. Ой, блин. Да, терьерчик. Ой, типа, терьерчик. Такая красивая. Хороший. Знаешь, да. Я видела, как... Ты знаешь,
мультик 101 Dalmatians. Конечно. Там в начале, там, ты видишь, люди ходят своими собаками, и эти люди выглядят как свои собаки. Как вот то, которое было Паг, у нее было как чуть-чуть лицо, как Паг. А то, которое было Пудл, у нее тоже было как Пудл чуть-чуть. И я видела одного дяди, который был такой большой и толстенький. И у него была собака такая черная, у него волосы были черные. Ну, есть такая, знаешь, мысль, что хозяева собак выбирают таких собак, что они как бы похожи. Или, может быть, они становятся похожи в процессе общения такого. Но это такая не новая мысль, да. А Чарлик похож был на тебя? Чарлик на меня? Я как-то даже не знаю, что сказать. У тебя же раньше было curly hair, а у Чарлика тоже были кудрявки. Да. Но тебя ну, когда-то был маленький. Я, честно говоря, никогда нашего Чарлика не рассматривал в смысле такого сходства портретного с кем-то из нас. Да. Давай, ну-ка, давай посмотрим, сейчас еще волна хорошая будет, давай. О, сейчас будет спрей такой огромный. Давай, волна, хорошая волна. Бабах. Опа-на. Отлично. Хорошо? Пошли дальше. Возле нашего знаменитого маячка, друзья, обнаружилась какая-то ярмарка. Мы непременно познакомим вас с этой ярмаркой. Такое ощущение, что мы уже к самому разбору. Тут доски красивые, какие-то ремни с пряжками. Это изделия местных рукодельников. Модные океанические майки. Да. Уже сворачивается, ребят. Время сейчас 6:30. Это такие произведения искусства, друзья, из велосипедных цепочек. Посмотрите, это цепи. Ну что же, у людей свой стиль. Видите как? Кружки. Кружки, которые make the difference. Да, make the difference. Такие кружки. Мотороллер прям. Ну да, на самом деле у них крепеж для досок. Видите, на велосипеде и на мотороллере крепеж для досок. Для серфера. Бумажнички. Это принт. Значит, написано, что принтов таких 500 штук. Это первые из 500. И они его продают без рамки вот за $250, если кому хочется.
was going to say, where are you? You sold this one? Oh, I have one more. Okay, yay. Yeah. Do you have the big ones? Похож на термосочки для воды. Okay, gotcha. In my bunch of Alright, what do you got? Так. Шоколад или что? Интересный. Да. Можешь сказать, звезда, шейми, Калифорния такой. А это для ключей, ведь Калифорния, да не ключи. Oh, really? How's it going, gang? Everything here is made out of skateboards. It's all recycled skateboards, keeping them out of the landfills. Oh, okay. Right? It's all functional art. This is все делается из досок вот этих. That's what you made out of skateboards. Они вторую жизнь, можно сказать, дают досок. Really nice. What do you ask for that? Are there his? I think those are... Alex, how much are those guys? 100? Yeah, 100. Sooner. These are so beautiful, man. Skateboard does, yeah. Yeah. So, can I find something like this on your website? Hi, Lukey style. So, what is that? What? It's just glass. Yeah, but how would people use it? Oh, I don't know. I'm just using it for display. Uh-huh. You could put it in a vase. Just for decorative purposes. Yeah, this is just for decoration. This is what we're selling. Uh-huh. Thank you very much. И по периметру здесь такие вот автомобили стоят, и там идет некая торговля. Здесь мороженое. We are just on the line, sailing home, drunken hearts in our tarpon. Так, тут уже более существенное, и мясо, и курочка, так вот покушать хорошо. Да, не знаю, какое там меню, у них там что-то написано. Да, здоровой пищей пробавляются. Так, тут уже все закрыто. Вы видите, компания, которая устраивает мероприятие. Это, можно сказать... Но это не штабная, это тоже с едой. Она просто уже закрылась. И тут тоже с едой. Да. Друзья, ничем сильно полезным для здоровья здесь не разживешься, конечно. Ну-ка, давайте посмотрим. О, накатывает. Опа. Так, все-таки мы продолжим туда движение. Хорошие волны сегодня. Ну-ка. Баба.